Я тебя уже много вопросов проверяла, себя великолепно отвечают на все сегодняшние события, хорошо ответили, спросила, какие тебе, какая тебе нужна, какие энергии тебе сейчас нужны. Внимание, он же антикрадник, не дает, оставляет целостным и защищенным твою энергию, твои достижения, твой достаток. Заставляет все поле быть во внимании, ну, в определенном форме защиты, допустим, кокона. А тебе нужно замедление, не торопиться, ты летишь куда-то, и тебе не нужны новые знания. Сейчас видение перевернулось. Видение – это обретение новых знаний для чего-то. Тебе нужен помощник, какой-то именно мужчина, тут есть все равно помощница, который поможет тебе. Может, это интернет, какие-то уроки, может, кого-то ты знаешь, мужчина именно, может, йога, распределять дыхание, что-то разобраться с дыханием, с воздухом, со звуком, сфокусировать твое внимание на чем-то, заземлить, целенаправленность указать тебе, чтобы ты сконцентрировалась на разрушении дезинформации, на выяснение истины, потому что на дне ясность тоже прояснение истины. Короче, убираем концентрация на том, чтобы уничтожить неправильную информацию и файлы, вирусы для обретения собственной мощности. Это не то, чтобы мощные вирусы, а сконцентрироваться на дезинформации, это ровно очищение от любого токсичного. И тогда у тебя появляется мощность и ясность.